Сыграли, собрали тех, кто у нас есть, поэтому это, в принципе, игра была. Одна задача была с болельщиками сыграть. Мы, наверное, первый раз в этом году в таком формате собрались. Наверное, надо их проводить чаще. Все-таки мы играем для болельщиков, те ребята, которые за нас переживают, болеют на трибунах. Поэтому с большим удовольствием с ними встретиться и поиграем. Здесь счет не важен, количество замен не важно. Поэтому это игра удовольствия. Да, игра классная получилась. Было видно, что тренерский штаб лучше профессионала, было интересно очень с ними играть. Да, было сложновато играть, если честно, солнце там. И газон еще не очень скользкий был, поэтому часто поскальзывалось. Положительные впечатления, для себя поиграли, с болельщиками, вроде бы все хорошо. Как ты считаешь, такие матчи стоит проводить? Конечно, стоит. Сближается с тренерами, ну, болельщиками. Так надо проводить. Спасибо. Общее впечатление положительное, безусловно, такие матчи позволяют больше чувствовать контакты между фанатами, между болельщиками обычными и тренерским штабом. Ну, естественно, проиграли, конечно, есть досада. Ну, на это есть объективные причины, так как команда болельщиков собиралась буквально сегодня. Иваныч, собственно говоря, он неплохо в центре полузащиты им раздавал передачи. А там уже впереди Юсипец Михайлович выдавал неплохо и, конечно, Брей, видите.